Волков Михаил Карпович. Родился в 1922 году в городе Смоленске в семье рабочего. Окончил 7 классов, учился на курсах шофера. С начала Великой Отечественной войны был задействован в Красной армии как механик-танкист танка 100-й танковой бригады 31-го танкового полка 1-го Украинского фронта. Сражался на Западном и Первом украинских фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге. Освобождал Чехословакию и Польшу. Отличился во время освобождения Польши. 17 сентября 1944 года в районе населенного пункта Беско Волков на большой скорости проскочил охраняемый мост и уничтожил гусеницами своего танка артиллерийскую батарею. Когда танк был подбит, Волков на себе вынес своего командира, сохранив ему жизнь. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден также орденом Ленина, 3 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени. После войны жил в городе-герое Киеве.